Сибирь в этом году ждет сильный паводок. Снега в регионах в 2, а в некоторых и в 6 раз больше нормы. В зоне риска более 800 населенных пунктов. Как минимизировать последствия подтоплений, обсуждали представители регионов с полпредом по Сибирскому федеральному округу Сергеем Меняйло. По прогнозам метеорологов, в феврале в отдельных областях снега вновь выпадет больше, чем обычно. Весна обещает быть ранней. В марте среднемесячная температура будет примерно на 2 градуса выше нормы. Сейчас в Обское хранилище воды поступает в 1,5 раза больше, чем год назад. Много снега в горах Алтая. Это значит, ситуация может осложниться уже во время первой волны паводка. Напомню, по данным регионального МЧС, весной может затопить до 75% территории Омской области. Проблемные населенные пункты, по которым мы спрогнозируем, что в любом случае будет подтопление, необходимо заблаговременно создать запасы для подвоза продуктов, воды, топлива, медикаментов. При угрозе затопления обеспечить эвакуацию жителей. Но для того, чтобы это сделать, необходимо еще раз проверить и обговорить вопросы оповещения населения.